Сейчас еще мы говорим продолжить. Уведомление, которое я только что сказала, забавно. И, так вот, сейчас. Давайте вы все поднимите руки, те, кто, кто хочет сейчас играть. В Roblox. Во что? В Roblox. Я поднял руку, но у меня Roblox на компьютере не запускается, только Geometry Dash. Оно немножко похоже. Ну, Geometry Dash вообще не похож на Roblox. Похож, там тоже в Roblox выставляешь свои игры, а тут свои уровни. И все? Ну, там еще просто несколько игр. Хотя не, немного разные. А, так вот, ну... И все, больше никто не поднял руку? Или кто-то еще поднял? Подними 5 человек руку. 5 человек? Постоянно не будет. Можно сказать, человек. Почти все. Прекрасно. Кстати, господин Илья, можете сделать меня админом, потому что тогда я постоянно не могу видеть поднятые руки. Да, сделано. Спасибочки. Ну, а теперь мы начинаем играть. Так вот, если кто-то не знает, как играть совместно, мне кажется, что большинство из вас не знает. Можете опускать руку, кстати. Кстати, ладно. В общем, смотрите, это делается так. Добавляйте, ну, в общем, в облаке. Берем, вот здесь вот у вас будет такая вот хрень. В нее вы вводите имя друга, с которым вы хотите играть. В нашем случае это вот это вот. Мэросмос. По-английски пишем. Мэросмос. Вот так вот. Вот так вот пишется мое имя. Вот так. Вот здесь вот. И вот здесь вот. И вот здесь вот. Вот это мое имя. Вводите вот сюда, в общем. Потом, когда вы ввели, когда вы ввели его, вам вот здесь вот у вас вот я появилась, но сейчас это не я, если что. И вы нажимаете на вот эту вот кнопочку Add Friend. Вот так. Потом. Нажимаете вот на этот. У меня нету такого. Ты на чем играешь? На компьютере или на телефоне? На телефоне. Помнится, у меня кто-то здесь знал, как играть на телефоне. Я знаю. Объясни, пожалуйста. Смотри, у тебя внизу будут такие три кнопочки, но самая последняя кнопочка внизу твоего телефона. Вот. И там будет такая... Ты нажимаешь на эти три точки, и там будут разные виды настроек всякие. Там будут друзья, всякие настройки, там аватара, ну не аватара, а системы и всего такого. И там будут такие человечки, два человечка, стоящие рядом, в виде аватара. И там будет написано friends, то есть друзья. Ты на них нажимаешь и будешь... ник мистер Оснос. Окей. Я еще раз на всякий случай покажу вам мое имя. Что, Коль? Или ты просто забыл опустить его? Я ввела имя. Вот мое имя. Потом у тебя должен выскочить аватар,
этого человека. Ты на него нажимаешь, и там появляется кнопочка «Add friend». Ты на нее нажимаешь, и все филипают тебя в друзья. Да. И когда ты зайдешь в... Потом вот здесь. Вот нажимаешь на вот эту кнопку. Она, я не знаю, где на телефоне. Вот здесь вот. У вас должен буду появиться я. Вот с таким вот. Вот так. Нет, и у меня почему-то все равно нет. А? А чего нет? Тебя. Вообще нет? Нет. Я не знаю. Ну, в общем... Можно вопрос? Можно. У меня такая проблема, что я не могу кинуть заявку, чтобы ты меня добавил в друзья. Смотри, если ты так не можешь, то там должны быть три кнопочки, ты на них нажимаешь, ну, рядом с аватаром, и там написана кнопка «Following». Если ты на нее не нажимаешь, то ты будешь следовать за этим человеком. Ну, то есть ты будешь попадать на тот же сервер, на который попадает... Сейчас, подожди, пожалуйста. Что, Михаил Калинков? Ничего, это просто я с того момента еще не убрал. А пользователь Zoom? Я не знаю. Просто... Кстати, Лиза, можешь тоже опустить руку? Если Руку опустить? Да, просто тоже надо. У меня вопрос. А? Ну, я вот нажала на три точки, куда дальше? И потом есть такая кнопка «Following» там написано. Ты на нее нажимаешь, и ты автоматически будешь за Филиппом заходить в ту же игру. Ты его. Хорошо, но я нажала. Все, я нажала на эту кнопку. Вот, теперь ты будешь как будто в друзьях у него. Только это не будет трудно. Окей, спасибо. Что Марекс Рукманис? Или как тебе? А как это такой прикольный костюм получил? Кого получил? Костюм такой прикольный. Он бесплатный. Это Джан Бот называется. Заходим в аватар. И вроде бы вот здесь, в костюмах, вот здесь вот. Вроде бы то ли вот здесь вот. Нет, да, она вот не здесь так вот, находится. Вот здесь вот, вот и Джан Бот. Она не так находится. Это надо зайти, если ты играешь на компьютере, в аватар шоп, завести костюмы и потом сделать прайс, ну, скид. Но просто я в том-то и дело, что я играю на компьютере, и в том-то и дело, что у меня это не так. Я просто зашел в аватар, нажал на себя. Так я тоже играю на компьютере. У меня есть одна проблема. Да. У меня есть одна проблема. Я скачал Roblox, а он не запускается. Все игры запускаются, а Roblox нет. Все запускаются, а Roblox нет. Я слушаю. Какая-то ошибка. Ну, выключить и включить устройство. Там вообще не там. А, вот. По сути, загрузка идет. Просто она гигантски долгая у тебя. Что? Загрузка долгая. И вот, если у тебя, видеокарта NVIDIA, то... скачай новые драйвера. Мне кажется, я тут не учитель. Что скачать? А, с интернета?
не драйвера. У тебя этот видеокарта NVIDIA GeForce? У меня Intel. А мы во что играть? Ну, NVIDIA. Давайте так. Давайте вы все добавите меня сначала в друзья. Потому что мне не нужно ни одного запроса на друг. Я кинул заявку в друзья. Одна девочка просто нажала кнопку, мне ей помогала недавно. Давайте так. Я просто не вижу ваших запросов на друг. Одна уже готова. Я ее фолловин научила, как делать. Хорошо. Ты тоже, ну этого я помню. Я жду, пока вы будете присылать мне запас на дорогу. Мой ник там виден, в принципе. Так что я жду. Давайте я вот сделаю. Сейчас. Сделаю вот так. Вот мой ник. Его добавляем. Вот это. Вот это мой ник. На осмос. Пишем английскими буквами. Вот мой ник. Вот. Это мой ник. Это мой ник. Я жду, пока вы будете присылать на запасную руку. Вы надеетесь, что кто-то уже прислал. Я прислал. А вот я не вижу. Я тоже вроде бы. А когда прислал? Я уже... Давайте так. Вы, те, кто отправил запрос, будете писать в чат свои ники. Я Роблокс только скачиваю. Ну, хорошо. В интернете. Хорошо. Пишите в чат свои ники, те, кто уже открыл мне запрос. Чат выключен. Да, чат выключен. Мы не можем. А, да? Сейчас. Я включил чат. Я тоже включил. Ладно. Вот он включен. Давайте попробуйте еще раз. Вот. Все. Он меня качает. Хорошо. Качает. Вот. Он качает. А что будем учить? Как ничего. Создавать свои игры? Нет. В Роблоксе? Нет, мы ничего не будем учить. Мы будем играть, а не учиться. А. Тогда я в геометрию поиграю. А во что мы играть будем? Я скажу, когда мы все добавимся в друзья, а то не хочется ваш обнадеживать. Все, остальные в друзьях у меня все? Ну что ли? Вы у меня добавились в друзья. Это прекрасно, я вижу. Все? Или кто-то еще остался у меня не в друзья? Поднимите руки те, кто у меня еще не в друзья. Кроме Коли, потому что он еще не скачал. У меня он качается. Только ты? Или еще? Ну, значит, только ты еще меня не добавил в друзья. Пользователь. Ну, тогда добавляйся. Вон мой ник. Я его обвел. Будем надеяться, что ты меня скоро добавишь. И я подожду.
А я слышал, тут что-то будем изучать по Майнкрафту, но у меня один вопрос. Это не Майнкрафт. Майнкрафт. Java или Bedrock? Это Roblox, а не Майнкрафт. Какой Майнкрафт? Я знаю, просто я в расписании смотрел, и там был Майнкрафт. А нет, это не наше занятие, это все вообще занятия. Это Майнкрафт с кем-то другим. Ты это не у меня спрашивай, я сам не знаю. Вау. Вау, как... А теперь как красиво. Ну, будем надеяться, что все добавили меня в друзья. Так... А точнее, никто не добавил, потому что никто меня не слушает. Я подожду, пока кто-нибудь там... Ну, например, я подожду, пока ты, Коля, скачаешь игру. А когда ты скачаешь, мы сразу же начнем играть. Потому что... Я пока уровень в Geometry Dash прохожу. Хорошо, проходи. Знаете, вопрос ко всем ученикам вообще этой конференции. Кто-нибудь вообще меня слышит про добавление в друзья? Да. Thanks. Да. Так, может, ты, может быть, прошел. Прошел на две монеты. А можешь не кричать так? Просто потому что нам это неинтересно. Я даже не знаю, что такое Geometry Dash. Так вот. Если вы уже поставили меня запрос на дружбу, те, кто сейчас молчит вообще, то пишите в чат свои ники. Я вас жду 10 лет. Не напишите? Ну, не напишите. Хорошо. Вау. Или вы меня уже добавили в друзья? Я только что кинула ссылку. Подождите, он у меня качается. А можешь написать свой ник в чат? Окей, сейчас напишу. Жду, пока ты напишешь. Вот, все, вижу. Ой. Ничего. Там. Даже отвол. Хорошо. Бай. Извините. Все нормально. А можно не регистрироваться? У меня и так нет. Будут. Надо регистрироваться. Значит, вас приводишь. Я как-то скачал. На что нажимать? Логин или свинг? Если у тебя есть аккаунт, нажимай логин, вспоминай пароль и ник. Если нет аккаунта, то тогда нажимай... ты тогда нажимай, ну, там регистрация, что типа. У меня тоже есть Roblox, я захожу уже. И отправляйте меня запас на дружбу и пишите в чат свои ники. Потому что я жду. Окей. Значит, мы вообще так не поиграем. В смысле слова. Не поиграю, потому что
Я могу. Когда играть? А? Когда играть? Когда все напишут в чат свои ники, после того, как добавишь меня в друзья. Я все. Я отправила. Свой ник или запрос? Ник. А запрос? Нет. А что такое паспорт? Паспорт – это пароль по-английски. А username? Это ник. Кстати, а как тебя зовут? Пароль – это паспорт. Меня зовут... сейчас я напишу в чат свой ник. Ну, и писать надо именно по-английски. Сейчас я напишу. Сейчас. Вот так вот. Сейчас. Вот мой ник. Мэл Оснос. И отправляйте мне запрос. Что пользователь Zoom? А почему у меня не получается? Что не получается? Что не получается? Вот. Красным введено. Ну, потому что ты не помнишь свой пароль. Или свое имя. Смотри, если у тебя не было никогда аккаунта в Роблоксе, то тогда нажимай на другую. Это из настоящей электронной почты. Это тут не отдельная электронная почта в Роблоксе. Короче, смотри. Там я нажимаю не лог и на другую кнопочку. Сингап, вот. Нажимай на нее, выбирай себе ник. Добавляй сейчас уже. Дату рождения и все. Все. Я добавил. Теперь, кто еще меня не добавил в друзья? Добавляй. Я добавляю. Вот я на всякий случай покажу вам мой ник. Вот он. Вот это мой ник. Я выделил синим. Я уже там вам, тебе отправила запрос. А свой ник в чат? Ленка 4235. Я уже добавил тебя. А что делать? Мне не получается. Пароль правильно написал, а имя не знаю. Но ты... Я не знаю. Смотри, если у тебя нет аккаунта, или ты не помнишь пароль... У меня есть аккаунт. У меня есть аккаунт. Ну а какой у тебя имя? Поэтому сделай sync up. А что мы будем делать? Играть? Зачем? Что такое ПХ? Это как бы смеяться или как-то так? Придется балки удалить. На самом деле ПХ это ПХ, а не ха-ха-ха. ВХ-ха-ха и ПХ. Это такие выражения, ну, выражения... Когда кто-то смеется в письменном виде. Когда кто-то смеется прямо от истерики, а не ха-ха-ха. Ну да, это правильно. Как слова этого могут не знать? А во что, кстати, будем играть? Или... Давайте в Tower of Hell. Я там один нубик, так что, ну, пожалуйста, нет. Не надо. Давайте я даже не знаю, что такое Tower of Hell. Это такой Давайте Tower. Brookhaven. Все добавили меня в друзья, кстати. Да. Уже да. С позапозапозапозже прошлого раза. А давайте лучше Лиза, я тебя не спрашиваю, ты меня давно добавила, это я знаю. Тогда выключаем демонстрацию и заходим в игру за мной. Ах, ну да, некоторые просто не умеют. Смотрите. А можно вопрос? Находим в списке своих друзей меня. Нажимаем на мои имя. Да. Не на это. И вот здесь вот сейчас, вот здесь вот черненькая кнопочка join. Для нее нажимаете и ходите на мой угол. Всем понятно, всем понятно. Всем да, понятно. Всем понятно. Ты во что будешь играть? Я скажу. Кстати, давайте Brookhaven. Нет, я в Brookhaven не хочу. Я... А что это такое? Brookhaven это а похоже это на такое? Доктор, только там дома и... Ну, неинтересно там, короче. А что это такое? Игра. Что это такое? А что это такое?
А что это такое? Она неинтересная. Она интересная, но если играть с подругой. Я знаю, во что мы будем играть. А, это прекрасная игрушка. Я уже захожу в игру. Окей, захожу за тобой. А, кстати, там будет видно, кто. А, это! Да. Я проходила это. О, Breaking Story — это очень классная штука. Да, я уже проходила это, но как-то скучно было. Я упала, а меня никто не спас. Я буду Кид. Я буду... Год переводится. Ангрия. Год. Все, я уже вошел. Там я маленький... Так, я тоже захожу уже. Я маленький... Я уже зашла. Я маленький прыгающий робот. Я буду с Мишкой. Я тоже маленький... тут... Стой. Стой на месте. Я тут, вот я. Я маленький. Видишь, я тоже маленький. У меня есть мышка. Я могу... у меня чипсы. Текс, я маленький. Все дожидаемся вот где вот это вот проход. Ты где? Где шок? Я буду еще маленький робот. Давайте где шок? А, ты маленький? Да. Вот, я прыгаю. Давайте около шок. Нет, нельзя садиться в автомобиль. Если сели, то контролом. Давайте я около синего дома. Подожди, давай я перезайду быстро. У меня не то. Понятно. Направо у синего дома направо. Вот я. Кстати, вы увидите то, что на Филиппе будет написано friend. Друг. У меня Roblox на русском, поэтому у меня тут друг написано. А у меня написано friend. Ну, я как только начал играть в эту игру, у меня уже был на мусор. Дальше я тоже играл на мусор. Перемещение грузовика вот здесь. Мистер Остас, вот я тебя вижу, я тут прыгаю. А у меня тут написано moving truck. А у меня перемещение... А тут прыгают те, кто играет с нами? Все прыгаем, короче. Я прыгаю. Короче, нет, значит, кто-то можете добавить меня в друзья, пожалуйста. А какой у тебя ник? Ленка 4235. Сейчас. Ленка 4235. Сборище заголковческих друзей. Кстати, я тебя помню. Надо всех добавить, чтобы всех было видно, что они friends. Вот, я тебе добавляю friend quest. Извиняюсь, я нажала сначала на прыг, а потом там дэнсит, а потом я такая, Я тебе кинула заявку на друзья. Нет? Можешь еще раз, я просто это... А еще раз дэнсит. Нельзя кидать. У меня проблема. А, я тебя могу. Стойте. Те, кто вошел в автобус, срочно выпрыгивайте. Нельзя. У меня проблема. Какой автобус сядем? Ни в какой пока. У меня проблемы. Ленка, кидай мне. Я кинула. Что за проблема? У меня проблема. Я тут. Ник не будет принимать. Что за проблема? Скажи. Никакой. Ленка, а ты с чипсами или... Мой ник не хочет принимать. Я пишу любые ники, выдумываю. Не чипсы, хочет. А я Мишку выбрала. Пойми. Чипсы, это чтобы еда была. Похоже, что сами не сыграют. Прости, конечно, Коля. Но а когда надо будет уже в автобус заходить? А когда все зайдут в игру. А что, они все раз не зашли? И придут вот к этому месту. А кто-то за Марик ФСР 2010. Это кто? Это у нас. А я сейчас его добавлю друзьям. Не надо добавлять. Почему? Не надо. Я уже добавлю. Чтобы мне было видно, что все friends. О, твой папа! Я увидела. Я еще больше увидела. Да, я вижу моего папочку. Конечно, это не мой папа, но похож. Это я. Я вот это вот, с Мишкой. А я Мишку обнимаю сейчас. А я чипсы. Я тоже могу обнимать Мишку, но... Вот так вот. Кстати, на самой карте, когда мы... А давайте... А можно вопрос? К
Когда мы зайдем на карту, Мишкой можно остановиться невидимым. А можно вопрос? Можно. А сколько тебе лет? Невидимым? Мне? Да. А какой возрастной рейтинг у этого занятия? От скольки? Мишку можно делать невидимым. От 9 лет? Нет. А, Лиза, принимать. А у тебя когда-то были... У тебя когда-то были уроки? Ник не принимает. Что да, делать? Я донатер. Что? У меня не было. Я тоже с чипсами теперь. Я ник не принимаю. А их можно кушать? Ну да, тогда да, здесь можно есть сейчас. Здесь можно жрать, но только не сейчас, надо зайти в автобус. Кстати, мой ник давай не занимает. Это зайдем. Лиза, а можешь зайти в игру тоже? А то мы не можем начать, наконец. Потому что... Да, давайте идемся... Вот эй, стой, у меня это... Мишка, да, у меня Мишка. А у меня Мишка теперь. Ну, это прекрасно, да. Потому что с Мишкой очень легко. Я с Лейс, с картошкой хожу. Вы знаете что, я уже прошел всю игру с Мишкой. Меня ник не принимает. Хорошо, что не принимает ник. Прекрасно, но я тебе... Ой, Лена, ты где? Ну, приди, Ты еще только за... Прыгай! Ты еще не устроил... Ленка, привет. Привет. Ну, прости, Коля. Ну, ты просто... А давайте пойдем в какой-нибудь автобус. Нет, не надо. Потому что если мы пойдем, то нет, не надо входить в автобус. И не надо. Я просто смотрю. Все равно не надо. Лиза, ты можешь выйти наконец? Просто мы тебя ждем. Я уже как бы вошла. Да? Тогда пошли. Я тут прыгаю с чипсами. За мной. А, мистер Остус, подождите меня. Ленка. Я тут. Привет. Эй, не выпрыгивайте из автобуса, иначе мы поедем без друг друга. Так, Санамиса очень красивая женщина сбитая. Где? Вот, сидит с лицом. Сара! Мистер Остус! Молодец. Вот просто гений. Ну, а просто ты интересно, я нашел этот банк просто там. Сейчас у нас уже начинается наша прикрутка. А у меня Тедди Бэр. Что? А у меня чипсы. Крейки 4 Presents. У меня Медвед. А что значит? Мы в игре. Все, я невидимый. Текс, ты где, мистер Оснос? Я вот здесь. Текс, я знаю, как достать кучу печенья. Я знаю, я уже выходила из игры, поэтому просто... Яблочки! Я нашла по яблочко! Ну и хорошо, прекрасно. Я пытаюсь его забрать. Я чипсы кушаю, подожди. Вот яблочко. Мне деньги нужны. Деньги! Яблочко. Я знаю, что для клиночки, где обычно есть всякие штуки. А для чего деньги нужны тут? Чтобы купить. Чтобы купить разные штуки в магазине. Спасибо. Тикс, я пошла, короче, тоже деньги искать. А вы знаете то, что они все наверху? Я знаю, только я сначала хочу еду взять. А я уже 2 яблочка взяла. Я тоже. А я уже все съел. Все, что нахожу. Зачем? О, у меня 10 баксов. Чтобы больше в залоге было. К тому же я тогда менее заметным буду, когда фанат будет невидимым. О, я знаю, как колу тут достать. Вот надо по этой хрени. Кого достать? А, вспомнил. Деньги! Наши... Так, я не пошла... В синей комнате деньги. Вот, нашла. Прекрасно. А я сейчас хочу найти сейф. Да. Давай мы с тобой рядышком будем спать. Давай зеленый. Не, просто ты зеленый, блин, я уже себе кровать пометила. А ты можешь потом поменять? А как поменять? А ты просто ляг в другую еще. А, окей, да я вот сюда ляжусь. А давай в синюю или в зеленую? Не, в синей там будет эти прокачки. Да давай в зеленую. Да, я нашел сейф, я прыгаю еще вот внизу. Текс, давай я лягу. На первом этаже вот сейф. Сюда, иди закатим. Сюда, Ленка. Да, я тут. Рядом кровать. А я на эту. Вот здесь вот сейф, я вижу сейф. В диванной комнате, где это самое.
Я вижу сейф. Ну, через 2 минуты, через 1 минуту выключится свет. Маленькая подсказочка. Кстати, у меня 20 рублей есть. Я сейчас приду. Окей. О, нет, ну я хотела забрать колу. Так, все, до свидания, я наверх. Можно наверх? Наверх можно, ура! Только колы там нету больше. До свидания. А вы знаете, я умею становиться невидимым, смотрите. Я тоже. Ну да, потому что у нас мишки. Кстати, взрослые тоже могут становиться... становиться невидимыми с помощью мишек, потому что в магазине тоже подаются эти мишки. А кто знает, куда надо сесть, чтобы пиццу получить? А вообще везде. Никуда. Садись сюда. Ленка, иди. А мне рядом. О, я пошла открывать. Да, открываем. А я не хочу, а я буду ждать. Я буду ждать. На самом деле это пицца. Я знаю. Пицца. Вторая не пицца. Вторая открывать нельзя. Это заставщик пиццы, бла-бла-бла. Все хорошо, а можно мне пойти? Кстати, а вы знали то, что вы сейчас будете бежать, а я просто такая, уп-уп, все, я взяла. Кстати, вы знаете... Мне маленький кусочек достался. Мне тоже маленький, на самом деле. А мне, вот а мне большая пицца досталась. Вот, смотрите, какой у меня маленький кусочек. А у меня большие пиццы, у меня 4, вот смотрите, у меня большие пиццы. Вот. Да, я заметил. И я пошел. Я пошла деньги брать. Смотрите, нам за телевизор, нам за телевизор. Вот я не люблю смотреть телек, мне интересно. Кстати, сзади нас сейф. Да, телевизор надо смотреть. Кстати, смотрите, я умею создавать помехи. А для чего их смотреть? Я не буду смотреть, я буду в угол смотреть. Я умею создавать помехи. Я буду смотреть в угол. Я тоже. Кстати, я умею создавать помехи. Котик. Ленка, ты где? Я в угол. Я создаю помехи. Как хорошо. Не хочу я скип. Я скип нажму. Наверху кнопочку. Скип. Смотрите, я помехи создаю. Давай. Скипайте. А что я уже скипнула. Принимает любой. У меня скипается один раз. Мне тоже. Жалко. А как к вам зайти? Скелли-релли. Скелли-релли. Очень страшно. Так, пошли. Ой, все, короче, пошли спать. Нам спать. Да. А я посижу. Ну ладно, мы, если что, в зеленой комнате. Опасно. Все зеленые. Надо в зеленую быстренько, потому что. Ленка, иди ко мне, Ленка. Там могут быть вот эти всякие, вот эти, которые. Да, а в зеленой не будет вообще. Нет, это гора. Знаете, я открыла специальную вещь. В комнате, в которой я сплю, всегда есть они. Я уже 6 раз играла в эту игру, и все 6 раз у меня нападали. А можно я не буду спать? Нет, нельзя, ты уже спишь. Уже спрыгнуть нельзя, не переживай. Нет, нельзя. Я пока что чипсы покушаю. Они бесконечные? Нет. Только на 30 раз. А могу взять опять их? Да, рядом со мной они. Эти зомбаки. Они должны быть в нашей комнате. Да, но я не знаю. Перезарядка не видим. Взрослым, быстрее вставай, взрослым. Давайте взрослыми станем. Почему? Я не могу. Чипсы, идите сюда. Чипсеньки мои хорошенькие. Вы знаете, когда вы невидимые с мишкой, вас не заметят этих. Да? Да ну. Да, ну, вот. Именно за этим и нужна эта невидимость. Сейчас нужно заколотить окна. Быстренько заколаживаем окна. Быстренько. Ок, сейчас заколотим. Я сейчас найду еду все. А если мне лень заколатывать? Давай ты будешь... Унитаз, я пошла унитаз заколатывать. Кстати, а вы знаете, что надо еще заколоть и дверь? Мы знаем. Тут есть...
Тут есть куча всего. А ну и давай, ставь себе в унитаз. Господи, боже мой. Лена! Чего? Помоги мне не ставиться в унитаз. А не надо, не надо в унитаз. Надо просто... Нет, ведь через унитаз они могут пролезть. Рил? Ну, я что говорю? Да, несерьезно, через унитаз. Кстати, кухне гигантское окно тоже надо заколачивать. Алексей, пошла. Заколачивайте, пожалуйста. Я нашу комнату заколачу. Но как бы все равно на другие комнаты. Кстати, а какую комнату должны следующие атаковать? Не знаю, вроде бы розовую. Нет, любую. Алло. Сейчас любую. Алло. Вроде бы розовая. Нет, любую. Не сейчас рандомно. Пожалуйста, сейчас только рандомно. Не нашу, только не нашу. Не знаю, может и вашу. Кстати. Наши уже атаковали. Кстати, поэтому... вообще-то я заколачиваю унитаз, и все нормально заколачивается. Все. Как бы я бы тоже заколачивала. Мне просто показалось, что у меня создался звук, будто бы я заколотил все. Все. Я закрыла все в нашей комнате. Помогите, пожалуйста. Берите доску. Не могу, я уже заколочила все в нашей комнате. Тут уже Юдит, Перпик, Джоб. Теперь я сижу на досках. Я на досках сижу. Молодец. Просто супер. Ой, извините, я поменяла кровать. Смотрите, я и какой-то там непонятный ник сделали все лучше всех для работы дома. Я лучше поработал всех. Ну там сами написали они. В смысле лефтовер? Я пошла. Всё, не, до свидания, нам надо уходить. Ленка, я буду тут, я буду тут, я вот на этой буду. Текс, я тут буду. Текс, алло, почему так намного садятся, так меньше шансов на пиццу? Я хочу. Сейчас всем одного и того же выложено и размера выпадет кусок пиццы. Так, я лучше прыгну, я вот сюда стану. Привет, ты напротив меня. Да-да-да-да-да. И мне не везет. И мне тоже не везет. Мне тоже не везет. Да-да-да-да. Тебе как раз Ленка везет. А что там можно купить в шопе за 30 баксов? А мне только 10. Уходим. Утекаем. Нет, не надо утекать. Не надо текать. Кстати, я забыл проверить вот здесь вот шкаф. Так я спрячу за эту херню. Это эти чуваки. Надо идти просто поспать. Надо просто поспать. Просто поспать? Надо просто идти поспать. Такова логика. При любых непонятных ситуациях спи. Я за тебя. Я вижу. Все. Я ложусь в свою кровать. Сейчас никто не знает, в какую комнату иду. Я спать. Я буду... Сейчас. О, плюс 20, что-то такое, энергии. Ну да, потому что... Почему я так не могу? Потому что ты спишь. Почему я все вижу, если я сплю? Я тоже. Не видишь. Закрой глаза. А еще я могу открыть шкафчик. Я шкафчик открыла. Да ну, зачем? Почему нас? И почему меня шлепать обязательно? Я прячусь. Помогите мне кто-нибудь. Прячься за стол. Извините, выхожу. Я не понял. Я выжила. Я выжил. Я тоже. Ленка, ты живая? Я тоже. Все живы. А почему вас не трогают, а меня трогают? Извините, выхожу. Меня тоже трогают. Я не знаю, у нас... Я придумала кое-что. О, Тина. Господи, кто-то заколотил, правда. Стекло открыто. Смотри, вот сюда иди, где туалет им заколоть. Кого заколотили? Туалет заколотили. Это я заколотил, я же говорила. Я тоже чуть-чуть. Но я тоже, а я полностью заколотил. Короче, я сейчас буду лестницу тащить. Давай, тащи. Я просто не проходила дальше этого. Меня все время убивают. Ой,
Точно. Ой, надо Сейчас, прятать, вот этот шкаф. Все прячьтесь, быстро, быстро. Я спрятался, Ленка, под шкаф. Или на кухню, или туда, быстро. Короче, прячьтесь. Да. Привет, Рылотек. Я вот сюда. Все? Все. Смотрите, там страшный Ларри. Черт, не надо, не надо было. Мореск, 2010. Черт. Фух. Те, кто погибли, уходят. Сара, ты что делаешь? Ленка, не надо. Эй, нет, стоп. Стоп. Сару, кажется, прибили уже. Я застрял. Я тебя поздравляю, я тоже застряла иногда. Ленка, пожалуйста. Ленка, нет. Я не могла, я просто ушла. Я хотела выйти, но я не могла. Почему? Не знаю. Меня здесь нет. Меня здесь нет. У тебя шляпа выглядывает, она все сдает. Они ушли все. Они все ушли. Блин. А что делать, если ты умер? Ну, ждать, пока мы тоже умрем. Ленка, почему ты умерла? Быстренько в подвал. Быстренько в подвал. Я не могла, я закрыла. Я не могла просто. Давайте все выйдем и опять просто это. А, ну давайте, хорошо. Давайте пойдем. Все выходим. Все вышли. Заходите за мной, что ли? Я просто в каком-то другом. Нет, я сам зайду, и вы за мной зайдете. Значит, ладно, почему мы заканчиваем эту игру? Нет, мы не заканчиваем. Мы просто нет, все выходим. Играть в это. Нет, мы не заканчиваем играть в это. Мы просто. Мы заходим. Все? Я снова здесь, в этой игре. Всех к синему. Что к синему? Да, все к синему. Как в прошлый раз. Все к синему. Опять брейкинг история. Да. Я летаю, смотрите, я левитирую. Ага, я тебя поздравляю. Как вы думаете, лучше медведя выбрать или чипсоны? А вообще, не будь ребенком, будь это... человеком. А Вместе хочешь уметь? Возьмите, пожалуйста, хилку. Хилки приходят. Возьмите хилку. Не пугайтесь, я на секунду исчезну. А где Ленка? Я тут, вот я. Я не важно. Ничего. Написи Friends. Что-то не в моей игре. Вроде бы тут куда-то исчез мистер Осмос. Я тут одна. Да, я специально исчез. А зачем? Мне надо было. Понятно, я не в вашем сервере. А это кто говорит? Смотри, это я у тебя в друзьях. Зайди ко мне на сервер, я у тебя в друзьях. Я поняла. Отлично. Так, сейчас. Миру. Я иду к вам. Стопик. Я не знаю, я где... О, привет! Виталий какой-то, я не знаю. Где? 8 миллионов, я 8 миллионов. А можете перезайти все на сервер, потому что... я что-то... Зайди за мной просто. Просто зайди за мной. О, Ленка! Ленка, привет. Ленка. Лена, 2013, я тебя вижу. Это не я. Я Ленка, 4235. А я вижу Лена, 2013. Я буду Эдвард, я буду защитник. Вот я. О, мне все перевезено. Теперь ты друг. Да. О, привет, Мореск, 2010. Я вот тут. А у тебя я что? Тоже. У тебя что? Заходи за мной, короче. У меня вот что. У меня вот что. А как становиться невидимым с этим медведем? Нажми просто на него. Просто нажать на него, когда ты уже вышел из грузовика. Смотри, что я делаю. Я уже идет. Смотри, что зачем, я делаю. Ленка? Ленка, не надо. У меня 4 заряда. Я ударяю. Не надо. Я побежала. Это эмоции. Мистер Осмос, ты где? Я у синего дома.
У кого? И на нашем сервере. Я не на вашем сервере, вы у меня исчезли, я же сказал. Можете перезайти? Окей. Я перезашла. Окей, сейчас перезайдем. Так, раз, два, три, я перезахожу. Да, я тоже. Я на стене дома, я Человек-паук. Как? Что ты делал? Я на окно залез. А, классно. Ну, как нечестно. Текс, я буду Кит. Не, лучше не надо Кит, давай лучше будем убить. Он безопасней, Текс, я короче... Я тебя не вижу тут, мистер Оснос. Я, короче, насилим здание. Я буду, а этот, я буду защитник. Хорошо, прекрасно, будь защитником, а я медик. Я медик. Окей. Я около синего дома. Я тоже. А я вас заходи за мной, Лиза. Лиза, заходи за мной. Я робот, который лезет по стенке. Сейчас быстренько за вами зайду. Не за кем я заходить, тоже могу. За мной. Да, за мной. У меня просто есть... У меня... Мы просто в игре, где... А я вот тут, смотри. Все, ты сейчас зайдешь. Вы около синего дома, сейчас я к вам прилечу. Перелечу. Перелечу? Да. Текс, я такой... Где? Я тут Ленку видела. Вот, видишь, пойдем. Идем сюда. У синего дома, я вижу Орлотега. Я не Орлотега, а Орлотег. Ну, простите, я вижу Орлотег. Как сюда запрыгнуть? Я такой, что ли, маленький? Нет, да, просто прыгай и все. Прыгай. А ты на меня можешь прыгать? О, нет. Классно. Нет, Лиза. А вы взрослые? Да, я взрослый. Я взрослый медик. А я маленькая. Я... Ну и что? А я... Я тоже маленькая. Я кудал сейчас. Все нормально. Я просто человек, робот. Понимаю. Ну я просто медик. Я просто медика взял, потому что... Можно я буду твоей мамой, Лиза? Да, Кьеру. А? Люди, я буду твоей мамой, Лиза. Все зашли. Да, можно. Все зашли. Мне легко найти, потому что я с кудряшками и коричневыми волками в Роблоксе. О, я залезла. Все зашли? Да, я сейчас, подождите. Ждем. Почему подождем? Тут нет дождя. Неважно. Так говорится. А... Нельзя входить в автобус. Смотри, Лен, я как сижу странно. А вот. Смотри, вторая Ленка. Тут Ленка своровала Ленка имя. Ленка. А, все своровали. Все зашли? Да, да. Я зашла. Все входим. Быстрее залезаем! Куда? Нет, нельзя, выходим! Нет! Выходим! Я вышла! Ленка, я не вышла! Все выходим из игры! А ты меня найди, пожалуйста! Где? Все выходим из игры! Ребята, можете зайти за мной? Ленка! Сейчас! Стой на месте! Я буду стоять около списка лидеров! Я тоже! Я уже стою почти! Я за Орлотегом! Я вхожу за Орлотегом. Тут Ленка. Ленка. Это я. Это Ленка, тут другая Ленка. Так, это я, это мой аккаунт тоже. А, Ленка? А, вот ты, Ленка, привет. А ты можешь в другой аккаунт зайти? Да, конечно. Это из компьютера. А вот. Смотрите, когда вы зайдете... Найди с того ак. Смотрите, когда вы зайдете в... за мной в игру, перед вами появится уведомление. Зайди. Смотрите, за мной, Ленка. Ленка, ты тут? Перед вами появится уведомление. Нет, прыгай! Зайти ли в игру? Ленка, ты где? Вот, заходите. Я сейчас зайду. Какой? Зайдите за мной в игру. А можно за мной зайти? За мной ждите, когда перед вами выкинется уведомление. Так, я захожу в Breaking Story. Это не ты. Нет! Я должна перезайти.
Текси, я за тобой зашла. Я тоже зашла. Я зашла, но я случайно на автобус села. Я думала, что... Экс, я маленький с медведем. Давайте я все вместе около дома, медведим. Около синего Нет. дома. Давайте все. Ок, я туда уже иду. Я уже я в самой игре, где там включат подвал и все такое. А я тебя не вижу. И Ленку не вижу. Я тебя не вижу. А, вот я вижу кого-то. Я вижу какого-то друга. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой еще друг? Я в самой игре, то есть где я уже не в другой. Давай я за Ленкой зайду. Ленка, сейчас за тобой зайду. Давайте мы все выйдем из игры. Нет, ну только что за Ленкой зашла. Давайте останемся. Если вы друг друга видите, то я сейчас зайду за вами. Я даже не вижу никого. Сервер полный. А, уже не полный. Я никого не вижу. Мне нет никого. Текс, Ленка, сейчас ты меня увидишь. Ленка, окей. Ленка. Около синего дома. Двое людей. А, я тебя вижу с другого аккаунта. Как бы, вот я. Второй аккаунт уже идет. Вот, который Ленка. О, Ленка, привет. Ленка. Все, заходи за Ленкой или за мной. Лучше за Ленкой. А кто? Лиза. Хорошо. А я буду за Ленкой, Лиза, либо за мной. Лиза. Главное, чтобы люди помнили. Паркур. Что сейчас происходит? Такой у меня главный вопрос. Парма? Что парма? Не знаю. Пэр-эр – это привет. Ма? Не знаю, просто не знаю. И не то написала. Энка. Смотри, мы сейчас прыгнем вместе. Раз, два, три. Не могу, я тебе сообщение пишу. Вот я, Лен, я пишу. Так. Мы на кустах стоим. Я с огромной башкой. Я зашел в игру. Просто. Я пытаюсь зайти, но игра полная. Я зашел в игру, но я же не в чьей. Я захожу. Привет, Марекс 2010. С Мишкой. Мне кажется, то, что надо всем перезайти к нему. Я пошла перезаходить. Я тоже. Привет, мистер Роснос. Я возле таблицы победителей. Окей, мы сейчас зайдем. Я тут. Так, я в Breaking Story, я сейчас буду опять малышной. Я можно для того, чтобы... А я не буду малышней. Не зря из того сервера вышли. Да, я знаю. А чё? Так я тебя не вижу. А, мистер Оснес, я тебя вижу. Вот я тут, я прыгаю. Петик! Я прыгаю. Да, на голове у малыша прыгаю. Который есть мишка. На головах... Ленка, ты сейчас захожу. С кожами и коричневыми волосами. Пошли в около синей домки. Ок. Окей, я сейчас захожу. Мы около синего дома. Никто не входит в грузовики. Ай, как? Все тут, я тут. Я тоже тут, я сейчас подхожу к дому. Вот я вижу всех. Друг друга. Ленка, ты где? Я тут. Ой, Ленка, привет. Hello, my friend. Все зашли? Да. Почти все. Вот, а пустой автобус. Давайте в пустой автобус. Нет. Подождите, стойте. Я еще не зашел. Не заходите в автобусы, не надо. Не надо пока что, я сейчас. Кто сейчас еще не зашел? Быстро заходите, иначе мы без вас отправимся. Все, давайте уже отправимся. Стопа. Ой, стоп. Прости, конечно, но все,
У нас время для занятия закончилось. А давайте поиграем все равно сами. Ленка, я напомню. Давайте. Давайте поиграем. Мы можем сами конференцию создать и поговорить. Там. Да! Я вам сейчас ссылку скину. Ура, 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 ура! Скажи мне пароль и конференцию. Мне в 11 минут дойти. Мистер Роснес, прыгай! Зачем прыгать? Мы на автобусе. А! Я не здесь! Я не там! Хватит! Вы выйдите из автобуса! Алла, так выйти из автобуса! Ленка, выпрыгивай! Ага, надо! Нельзя запрыгивать! Текст, говори номер конференции, и мы как бы... Ага. А, нет, я ссылку в Телеграм вышла. Все. Всем пока-пока, мы скоро придем. Пока. Пока. Подожди, тут ссылку не выслал. Он ссылку не выслал.